матовая помада, которая вообще не отпечатывается и при этом выглядит как блеск для губ. Я ее нашла, давайте скорее тестировать. Эта помада сделана совместно с Леди Гагой, прикиньте. Перед нанесением нужно ее тщательно взболтать. Слышите, там внутри шарик. Какой карандашом намечу контурок, куда будем ее наносить. Вот такой внутри аппликатор. Она такая жидкая, капец. Теперь нужно дождаться полного высыхания. Чуть не сдохла от голоду, пока ждала. Смотрится как помада с блеском для губ, очень красиво. Полностью высохла, и давайте попробуем отпечатать через стекло, как на том ролике. Это реально работает, и при этом она остается идеально глянцевой. Офигеть, пишите, что думаете в комментах.